Друзья, доброе утро. Когда бы я вам еще центр Брянки ночью показала? Но не пугайтесь, это не ночь. Это сейчас 10 минут восьмого. В общем, я утром рано, сейчас щенки уже ночью спят хорошо. В 6 часов я встала, покормила их. Ну, а без 15:07 пошла покормить щенков, котиков. В общем, пришли, и те вылезли, и котики пришли, покушали. Дело в том, что я приехала купить детское питание, пока Дима спит. Знаете, когда, если начинаешь после того, как позавтракали, куда-то ехать, что-то делать, время так быстро пролетает, день быстро заканчивается. Поэтому я решила пораньше. Но сначала хочу зайти творога купить, потому что тоже сейчас мало делают и быстро разбирают. И тут у нас в центре есть мини-маркет такой, Русь. Зайду там, посмотрю. Если уже там не будет питания, тогда уже пойду в семью. Это уже супермаркет. Ну, я даже не знаю, молочники уже пришли или нет. Оно еще дождик брызжет. Ну, видите, еще только все потихонечку собираются. Ага, кто-то есть. Так, ну, творога взяла. Мясо. Темно, ну, продавцы есть. Покупателей пока еще нет. Ну, иду в супермаркет. Зонтик не взяла. Даже не слышно было, что дождь идет. Дождь темно. Но я ничего, я думаю, не промокну. Вот только, может, камеру. Ничего. Тихо. Вот он наш мини-маркет. Ну, надеюсь, что тут есть. Друзья, в общем, мини-маркет я не попала. Он работает с 7:30, с 7:30. Сейчас 7:15. Это 15 минут стоять ждать. И неизвестно, есть там питание или нет. Я решила пойти в семью. Ну, тут недалеко. Ну, я за 15 минут сбегаю туда и обратно. Вроде сыро, а пальцы на руках подмерзают. Даже держать камеру. Ну, от сырости еще, наверное, хуже. Ну, а заодно вам, видите, и когда бы еще я, как говорится, ну, можно сказать, ночную Брянку сняла. Там сидим, где мы на микрорайоне. Нигде ничего такого. Здесь не особо. Ну, посмотреть, как огоньки горят. К Новому году еще не украшали. Ну, я даже не знаю, будут в этом году украшать. Хотя у нас елка своя стоит. Я думаю, покупать какие-то гирлянды ничего не надо. Все с прошлых лет осталось. Ну, нормальное. Ну вот через дорогу и семья. Друзья, я уже дома. 8 часов. Как Дима проснется, я вам покажу, что я купила.
Детки спят. Пописали. Они уже сами и писают, и какают. Ну ладно, свет потушу, не буду мешать им. Друзья, 10:00. Я уже могу говорить громко. Дима проснулся. Вот они. Пописали там, чуть покакали. Уже бутылочки не сильно горячие. Залезли уже повыше. Ну, не будем мешать им. Не лазь на стол. Баксить нельзя. Не лазь. Пока еще Дима спал, я постирала. Теперь говорю, пеленочки у нас. Я стираю хозяйственным мылом. У Димы тут такие запасы еще Советского Союза. В общем, замачиваю. Хорошо вот эти все желтые пятна, они откисают. Даже не надо практически тереть. А то я натирала, оно не отмывается. Так что полежали, покисли и хорошо все отмылось. Вот. Ну и покажу сейчас, что купила. Вот там наш красавчик проснулся. Утро, давай, друзья, товарищи. Ну, Тима занимается, а я сейчас вам покажу, что я купила. Достала из холодильника, то пока Дима спал, в общем, купила килограмм творога. Творог 250 рублей, полкило. Ну, в общем, 500 рублей за килограмм. Так, это вареники с картошкой. Две упаковочки по 400 грамм. Сейчас я это сразу уберу в холодильник. Тут Баксик беспорядок навел. Сегодня у нас должна быть вода. Это мои ведра пустые стояли, но Баксик навел порядок. И все завалил. Все как положено. Так. Сюда. Это сюда. А это морозилочка. Вот так. Все. Ну, с творога я, наверное, ленивых вареников наделаю на заморозку. Так. Дальше. Купила вот такие эти овсяные хлопья. Ну, с фруктами. Каждой по одной попробовать, какие Диме больше понравятся, такие может еще буду брать. Так, вот такие салфетки. Ну и самое главное, купила детское питание, вот такую пачечку, которая у них была тоже от 0 до 6 месяцев, да, закончится, но уже вот-вот будет. И еще одну, по-моему, по 239, тоже вот с рождения до 12 месяцев. Но эту скушают, потом вот это буду. Я думаю, лишнее не будет, потому что все равно, если какой-то прикорм или кашку варить, все равно придется на этом питании. Ну, а может быть и молочко. Ну, сейчас они уже, получается, я ему вот рюмочку воды и по 3 мерной ложечки. Уже они хорошо, но уже наедаются, даже там немножечко на донышке остается. Но будут расти, будут больше, конечно, хотеть кушать. Да, Баксик? Так, и купила 2 Баксику наполнителя. На 2 пакета, чтобы в каждой руке было. Вот, ну, неси. Ай, ну, Баксик, ну что ж ты на меня нападаешь? Ну подожди, сейчас я расскажу и дам я тебе покушать. А то я его 6:30 покормила. А чё ты нападаешь? Скажи, что такое? Чего ты? А? Вот скажи ты людям добрым, чего ты на меня нападаешь? Я тебе что сказала? Да, да. В общем, тяжесть не таскала в каждой руке, оно не сильно тяжело. Так что спасибо вам за переживания, мама. Что за мама? Угу. Баксик, ты меня это пугаешь иногда. Что с тобой происходит?
кушать так хочешь? Это у тебя голодный этот, да? Пошли, да. Водичка уже заканчивается. Вот я здесь, я же говорю, вода у меня и мыло. Я ложу кусочек, оно растворяется и хорошо все разъедает. Во-первых, и я помню, раньше и детям грудным мы все эти, не было памперсов, мылом хозяйственным стирали. Вот оно и обеззараживает, и все хорошо. Сейчас даю. Пошли. Да. Бессовестный ты. Бессовестный. Грызешь меня. На. Тут у нас стиранные хранятся пеленочки. Вот. Шевелятся, шевелятся. Ну, молодцы. На бутылочке не писают, а ходят туда вот. Сходили, так еще уже на лапках стоят. Ой, ой, ой. Ну ладно, еще кормить их рано. Я стараюсь всегда, чтобы они подольше выдерживали, раз кушают уже много. Ой, ой. Ну, в общем, все рассказала, все показала. Сейчас буду готовить завтрак. Ты еще что-то хочешь сказать? Да, друзья, всем, всем здоровья, хорошего дня и вечера. Я сказала, дня и вечера. Ну, мы сегодня еще с вами встретимся. Давай, давай, продолжай. Друзья, детки спят, шевелятся. Ну, я как обещала, сейчас сделаю на заморозку ленивых вареников. Ну, как обычно, здесь творог у меня, сахарок, яйцо, ну и муки добавляю. Сейчас буду делать колбаски и резать на кусочки. Буду складывать сюда на пакетик, на досточку. Первая партия готова. Отправляем это в морозилочку и заготавливаем остальное. Все, друзья, сделала вторую сковородочку. Досточку, сковородочку говорю. Смотрю на сковородку. И здесь еще на третью. Так что заготовочки готовы. Теперь главное все это заморозить. Кто тоже любит ленивые вареники, пишите комментарии. Ну и всем приятного аппетита, кто собирается кушать. Пошел пописать или покакать. Писает. Вот молодец. Я же говорю, там где лежит, там не сычет. Отошел. Теперь к мамке пойдет. Может, еще покакает. Слышит мой голос
Ты запах. Нюх навостряет. Все, можно теперь идти спатки дальше. Шатается, шатается. Гляньте, уже как стоит на четырех лапках. Все. Вот лужу надудолил. Ложись уже, а то сейчас разбудишь второго. Или еще покакать хочется, не? Смотри, вот, не покакушкой. Я вот эти места, где они если пописают, покакают, я салфеточкой закрываю, чтобы по-мокрому не лазили. Наверное, еще какушкать хочет, что он шастает, шастает еще. Разбудил. Ага, вон, какушкает. Жаль, что-то... Еще что-то хочется, раз не ложится. Еще салфеточкой. Так. Все, жопку давай вытрем. Видите, чистая. Все. Ложись, хватит. Хвостик. Или хочет еще там полезать, или пососать лапку. Все, все уже. Жопка чистенькая. Ты съешь лапку свою. Все, надо уходить. Свет тушить. Еще поспали. Еще рано кушать. Друзья, какой красивый мокрый дом. Прям так. Окна белые выделяются на темном фоне, как будто бы новенький домик, как будто бы штукатурка темная такая. Как-то я никогда не обращала внимания. Ветер, сыро на улице. Что, что нюхаете? Не пойму, где мамка? Не... Где еда? Эш, услышал, услышал голос, да? Эх ты, эх ты, эх ты, я тебя погладить, а ты сразу чмоки-чмоки. Сейчас, сейчас дам. С Димой кормим. Дима решил посмотреть, как мы кушаем. Ну побегайте, побегайте немножко, надо размяться перед едой. А то только спите. Давайте. Все, покушали, покакали, жопки намыли, да? Да? Все, бутылочки налила горяченькие. Все, отправляемся. Этот лохмастенький какой-то. Что такое? Что? Иди. Иди. Сейчас. Интересно, уже ходят, ходят уже. Оба, все, завис. Свалишься, ага, полез. Вот так.
мокрые, надо подсушиться. То намыла их, хоть и промокнула сухим, но все равно. Все, Мартаху прячет. Все. Но это еще не спокойная ночь. Это еще мы в 11, начало 12 покушаем и будем тогда до утра. Все, теперь пастерушки надо закинуть и бутылочки помыть. Все. Доброй ночи.